Самая большая ступа, говорят. Не замерял. На дне океана побольше, может, пирамиды тоже. В общем-то, тут нечего снимать, я понял. Ну, давай покрутим. Чтоб раскрутилась альтернативная история. Реальная история. А. Ну, да, на раскрутку канала. На здравие России. В развитие. За разум, да сгинет маразум. Можно было дать еще кому-то, знаешь. Добра всем. Заказы. Сюда бы генератор прикрутить. Ща, шандарах. А, не шандарах, но облом. Только так. Ну я так. Можно еще головой. Да. Блин, почему я не знал? Типа во благо. По часовой, ну пошли по часовой. О, пойдем крутанем. Три раза, да? Мне кажется, это искусственная хрень. Классное ощущение. Может, эффект плацебо, не знаю, но классное ощущение. Энергия еще есть, прет. Особенно там. Местному какому-то дом, полные трущобы. Просто без риска я не могу. Мне нужны какие-то приключения, видать. Смотри, реши это задачу. Полный пиздец. Намасте! Намасте! Запах это пипец, как не передать. Туалетом пахнет. Качнул воды. Pump water is not clean for health, but we have to drink this one. Okay. Намасте. Намасте.
Ну что, язык будем сейчас закрыть? Пришли, даже камера готова. Окей, хорошо. Yes? Don't worry, come without shoes. Okay. Там уже шиплино. Ну что, напоминает какую-то хрущевку. Хрущевку, да ладно. Вот. Потолки, да, чуть пониже. Абсолютно тут. Жарко, очень. This is our house. Ну что, нормально. Однушка, общага. Уджа чай бана бадия. Масала чай бана бадия. Before, in Thailand, I have same room, but I don't вот так живут многие. Почти как в России, только жарко. It's okay. Здоров. Кариде, hello, hello. Дай пять, дай пять. Дай пять. Это было деканчу. Once again, so what's the price for renting this place? For all place? Yeah, just for this room. So just for this room is 9,500 rupees. 9,500 rupees. No. How much in dollars? In dollar, it's around $80. $80. Maybe $80, $85. Like $9, $90. То есть это, блин, 5000 рублей. Вот за вот это вот. Намасте. Намасте. Каде? Намасте. Кя кар ле? Hey. Happy birthday to you, brother. Happy birthday. Вот такой у меня бёздый, вот в этом вот всем. Зато оригинально. 42 года, день рождения. Прикольно. Завтра хочу встречать рассвет. Высоко в горах. Но сегодня вот так. Но первое утро после дня рождения, это важно. Завтра буду встречать рассвет в горах. А сегодня вот так. С новыми друзьями. И куда мы забрели, бляха-муха? Да. Свежий воздух. Это уже хорошо. Но вот не стоит от того. Что? А что за это пенис? Да. Какой-то хер в поле. Это фалос. Kind of penis. What for? Вот что-то напоминает, вот образно. Тут таких фалосов много. Куда идем? Куда идем, Камиль? Это и сейфы, сейчас полчаса куда-то идем. Кто строил? Зачем? Хрен его знает. Потом подожди. Да, да, да. Он потом. Что делать-то надо? Кот полез. Туда нельзя лазить, наверное. Давай. А камеру дай. Что дать-то надо? О! Вот тут маленькая хрень. Ты чего она хрена тупая? Кто строил? Когда? Вообще нельзя, да, сейчас. But you see it. Okay. But it's the same. Not same. Not same, okay.
квадратная площадка. Rectangular place. This is from here. What is this for? No idea. Who built it? What for? When? Лапту играет. Лапта, лапта, смотри. Но это не американский футбол, это лапта. Нахрена? Я вообще не уверен, что мы в храм забрели, мы куда-то забрели. Да. Но здесь что-то было, что-то было. Вот определенно что-то здесь было. Только без проводов. Другое трансформировалось. Да, надо подняться. Вот это сейчас посмотрим. Спуститься и подняться, да. Вот это вот еще не переделанные ступы. И можно посмотреть, как они устроены. Вверху вибратор с резонаторами. Резонатор, какие-то вещи. Рупор, вибратор. Вибрации передавались в массивные стены. И как-то вот зачем эти дырки нужны, они везде. Но мы не ищем легких путей. Это уже, блин, третья такая дыра, в которой я пролажу сегодня. Чуть такое. О. Пипец прочный, он звучит. Супер. О, здесь крысы огромные бегают. Типа да, свободу попугаем. Люди здесь живут, кажись. Во! Здесь цепь. То есть был проводник с резонатора, энергия передавалась сюда. Здесь был колокол, который звучал и усиливал свои вибрации. Вот, смотрим. И вот эти вот прямоугольные резонаторы тоже усиливали эффект. Но основное, вот тут висел колокол, как и везде, без языка. Он передавал дальше энергию и вибрацию, которая усиливалась. Был контур. Особо прочный, very heavy bricks. They sound, они звучат. Они звучат. Вот их полно. Вот тут явно из другого камня резонаторы, чтобы лучше вибрации передавать. Другой материал. Это может быть металл, может быть другой камень. Купол. И сюда эти штуки. Что-то крепить. Что они здесь курят? И везде эти вот шестиконечные звезды, которые якобы еврейские. Thank you.
Мандала якобы. Вот это вот устройство, это вот какой-то резонатор. Вот, вот отсюда что-то течет. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Причем зазоры тут. Вот их полно. Я не знаю, что это. I have no idea what it is. Вот этот девайс. Resonators. Ну это точно, блин, резонатор. Потопное дерево какое-то. Это вот к вопросу о культурном слое, что аж деревья присыпало. Excuse me, how deep is foundation? How deep? The wall, fundament, foundation. And how deep? How many meters down? 5 meters. 5 meters, yeah?